Улицу Макаренко в Абакане, наверное, знает каждый горожанин, вернее, все автомобилисты. Здесь расположен городской отдел ГИБДД. Но названа эта улица не в честь одного из самых известных педагогов и писателей СССР Антона Семеновича Макаренко, как можно было бы подумать. Имя этой улицы дал сержант-артиллерист, герой Советского Союза Николай Макаренко. Улица Макаренко расположена рядом с республиканским ипподромом. Длина ее немногим более 700 метров. На ней три десятка частных домов и несколько административных зданий, самое важное из которых – Абаканский отдел Госинспекции по безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ, пожалуй, единственные, кто смогли точно ответить на вопрос, в честь кого названа улица. Местные жители либо не знали, либо считали, что в честь автора педагогической поэмы. В рамках одного из занятий по служебно-боевой подготовке нам рассказывали об истории улицы Макаренко, на которой расположено здание ГИБДД города Абакана. Названа она в честь младшего сержанта Николая Николаевича Макаренко, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Николай Макаренко родился в Краснотуранском районе, потом семья переехала в Абакан. Здесь он работал на водной станции сначала матросом, а потом и начальником. Еще до Великой Отечественной в 20-летнем возрасте был призван в армию, попал в артиллерию. С первых дней воевал, но прославился после нескольких февральских боев 44-го года. Тогда 65-я артиллерийская бригада Ленинградского фронта, где Николай Макаренко служил командиром орудийного расчета, участвовала в боях по прорыву блокады Ленинграда. Приблизительно такой вот пушкой, установленной в мемориале памяти села Доможаково, командовал сержант Николай Макаренко. Само прославленное орудие с памятной табличкой находится в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Николай Макаренко с 11 по 20 февраля несколько раз попадал в сводки отличившихся. Его орудие подбило танк, пробило несколько ходов в обороне противника. Кроме того, ему с расчетом успешно удалось отбить атаку батальона немцев. Огнем было уничтожено до 200 фашистов. Командиру орудия пришлось заменить убитого заряжающего. Николай Макаренко был дважды ранен, но оставался в строю. За свои подвиги был представлен сначала к ордену Красной Звезды, а потом и к высшей боевой награде страны – званию Героя Советского Союза. После войны герой переехал в Кызыл, работал водителем, а в последние годы перед пенсией возглавлял объединение «Сельхозхимия». Умер 20 лет назад. Из фонда школьного музея Кызыльского лицея номер 15, который носит имя Николая Макаренко, к нам в редакцию прислали две фотографии Николая Николаевича. В лицее бережно хранят память о нем. До недавнего времени на классные часы приходила его вдова. А в Красноярске и Абакане решениями горсоветов еще в 1965 году именем Макаренко были названы улицы.